Всем привет, дорогие друзья, с вами Некрос, и давненько мы не собирали армию пауков, поэтому играть мы будем за их предводительницу Мафет. Поехали, Харт. Встряхнем это подземелье с помощью чайничка с паучками и паукекса. Так, поехали. Сразу же комната жертвоприношений, да. Наша любимая комната, в кавычках. Есть хорошая новость. У нас имеется в распоряжении два синих сердца. А плохая новость заключается в том, что Мафет не может при себе иметь красных сердец. То есть, с одной стороны, мы не можем испортить сделку с дьяволом, но с другой стороны, сама сделка с дьяволом не... Ух ты! 30 монет, неплохо так. Сама сделка с дьяволом, она не будет выгодной. По причине того, что синих сердец требуется 3 или 2, а красных, там, может, по одному. Или максимум по две штучки. Так, давайте посмотрим, что у нас в сокровищнице. Пироманьяк. Стоп. Насколько я помню, пироманьяк не дает нам получать урон. Пироманьяк. Когда мы находимся рядом со взрывом. 5 бомб, all explosions heal. Слушайте, интересно, да, взрывы нас не дамажат. Надо понимать, что удар маминой ноги — это взрыв, поэтому я могу спокойно под нее как бы подставиться, и ничего мне за это не будет. Но вот вопрос. Да-да-да-да-да-да-да, иммунитет к проклятиям, это давай. Батарейку я, наверное, брать не буду, поскольку, ну, пауков, я думаю, мне хватит. А вот деньги — это важно. Я уже много потратил. Если в магазинах нам будут попадаться хорошие вещи, то это будет очень здорово. И я подумал, что если, скорее всего, мы не будем нормальные сделки сделать с дьяволом, то, может быть, и не стоит их вообще делать. И вы знаете, какая обида? Обида в том, что я не с первого раза... Вот я уже второй раз записываю это прохождение, и обида в том, что мне выпал артефакт, который дает гигантских пауков. Ой, это что такое? Это что такое было? А, то есть надо посередине быть? Ничего себе. 7 случайных чего? О, монеты. Так, хорошо, жизни у нас есть. Есть пауки, дамаг у нас небольшой. Мы имеем иммунитет к проклятиям. И... Ну, в принципе, нормально. Но нам нужно урон сильно увеличивать, поскольку пауки, они же наносят урон, который зависит от нашего урона. Это важно. Если у нас будет маленький урон, то и паучки наши будут, ну, не очень такими мощными. Так. Либо надо какой-то такой артефакт взять, который будет быстрее перезаряжать наш чайник. Что-то такое, связанное с... ну, я не знаю. Ух ты. Ой, нет, не надо. А кто там? А, этот. Да, помним. Мы тебя помним. Пин. Давай, вылезай. Все, минус. А, эти, да. Этих я помню. В смысле, паукекс их убил? Паукекс, ты чё творишь? Паучара? Ты чё? Или это он возродил пауков рядом с ними? У меня уже не так-то и мало синих сердец. Чуть не сказал красных. Красных сердец я не могу иметь в наличии.
Это очень печально. То есть артефакты, которые дают жизни, абсолютно, абсолютно бесполезны. А срочно нужен магазин. Я хочу потратить 21 монету. Очень надеюсь, что выпадет что-то достойное. Ну давай, давай, ну. Воу-воу-воу, вы чё? Хорошо, что у них пули не проходят сквозь стены. О, пауки, пауки нашли. Молодцы, молодцы. Get only damage for... For что? Паукек, уйди, мешаешь. For rest of room, one get hit. Ой, так это классно же. Ничего себе, ничего себе, ничего себе. Так. Я не совсем понял, но там что-то было связано с тем, что я получу меньше урона. Эй, отстань! Ты что, меня в угол, что ли? Это знак зодиака был. Зодиакальный артефакт. Но такой артефакт, артефакт зодиакальный, то есть рак, попадается впервые. Так. Слушайте, не, ну так если так дальше пойдет, то я могу и с дьяволом поторговаться. Но это было обидно, обидно было проиграть. Я не смог достать ключ. Мне было, мне сначала везло на синие сердца, но потом я почему-то их как-то обидным образом профукал. Что там? Только не, ну бомба, ну, ну что, зачем? Оу-е, сердца, хорошо. Давай. Я по привычке отхожу от взрывов. Я просто привык к тому, что их нужно опасаться, дает. Карты это не нужно. Так, пауки, давайте, работаем. Работаем. Работаем, работаем. Я говорю, работаем. Стоп, Soul Protection или мне показалось? Или мне показалось? Мне не показалось. Little Horn. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Ах ты. Его, я, и, вот он больше на Локи похож. Со своими этими выкрутасами, обманками. Мне нужна... Мне нужны сделки с ангелами, ребята. Оу, это хорошая штука ведь. Да, это сердца дает. Ух ты. Вот это прикольно. Вот эту ш... А, у меня же пауки, да? Стоп. Этот артефакт слишком мощный, чтобы его не брать. Гаппи брать нет смысла. Ребята, я отказываюсь от чайника официально. И беру... да. Беру вот эту штуковину. Она мне очень сильно поможет. К сожалению, это слишком крутая вещь, чтобы ее не брать. Теперь мы, получается... Ну, мы в прошлый раз, я помню, когда я играл за Маффит, мы использовали пауков в качестве нашей ударной силы. А теперь что? Ну, да-да-да. Мой стильный... Мое стильное открывание секрета. К тому же пауки и так они появляются, и без чайника. Они без чайника появляются. А это слишком крутая вещь, как я уже говорил. Правда, без пауков я мало что могу. Вот в чем проблемка-то. Чайник, оно, конечно, хорошо, но сила душ, она... Она... Ну, она очень крутая. Так, надо бы взять этот сундучок. Зачем я отхожу постоянно? Так. 25 монет. Магазин. Но урон, урон. Какой маленький урон, ребята. С таким уроном далеко не уйдешь. Мне нужно сохранить как можно... ты не только быстрый. Мне нужно сохранить жизни для хороших сделок. Оп. Слушайте, я очень много времени трачу. Иди сюда. Иди сюда, иди сюда.
Да, когда я убиваю вражин, появляются пауки. Отлично. Пока ко мне я... Ух ты! Ребят, вы чё? Повезло. Из них из всех выпало то, что мне надо. Так, делаем так. Ох ты! А он что, следит? Он наследил? Не вздумай. Я тебя знаю. А, да, он иногда пауков вызывает. Паукексик. Тихо. Бешеный. Такого я впервые вижу, кстати. Чё тебе надо? Ой! Уйди от меня. Так. Это хорошо. Это здорово. Это лучше. Так. Интересно. When you have no red hearts, you gain flight and can trigger a shield. Double tears. Берем. Это берем. Дайте мне, да, два черных сердца. Окей. Так, это будет двойные. Двойные. Это замечательно. Теперь я летаю. Это тоже неплохо, слушайте. Это неплохо. 10 минут у меня в распоряжении. Теперь ищем сокровищницу. Тихо, тихо. О! Щит! Щит! Это очень круто. У меня ведь не будет синих сердец. Красных сердец. Это очень выгодно. Замечательно. Ух ты! Да-да-да-да-да. Видите, он на мое место встает через какое-то время, и все. Так, надо урон как-то. I can see forever. Показывает местонахождение секретки. Поменять нельзя, к сожалению, но это тоже... Тоже неплохо. Хотя могло быть и лучше, конечно. Эй, куда ты пошел? Вы что, тоже с пауками тут? Балуемся, да? С паучками. Так, больше удачи. Окей. Так, а ну-ка, паук, повелеваю. Повелеваю. Тем не менее, пауки все равно появляются. И без чайничка, как я и говорил. Так, замечательно. Так делаем. Угу. А вот теперь, иди сюда. А теперь я жизни буду набивать. Да. Так. Немножечко подонатили. Комнаты у нас, я так понимаю, с жертвоприношениями нет. А я, в принципе, к ним... Ух ты! А, так это мы увидели уже. А почему зайти не могу? Взорвать, что ли? Интересно. А, есть она, вот она. Так, ух ты. Тихо-тихо. Ты куда улетел, малышок? Призрачок. Ты мне нужен. Ключи. Для того, чтобы открыть другие сундуки. Мило. Очень мило с вашей стороны. Ой, а зачем? Так, любопытно. Любопытно. А что, мне мощности не хватает, что ли? Чтобы червяка какого-то убить.
9 сердец. Но мне должно хватить, хотя... Нет, хотя, наверное, мне не хватит. Нужно, чтобы вы выпадали еще. Чтобы еще синие сердца выпадали. Если выпадут, я смогу забрать Ключанской. Так. Давайте, ребята, действуем. Щит. А, замечательно. Поехали. Так. Что? Серьезно? Куда меня отправила? К дьяволу. Ну, спасибо. Опа. Ух ты. Не надо? Так. Это у нас... Это у нас Жора. О, Жора. Давай это, без лишних движений. Алло. Так, я тоже летать умею. У меня тоже нимб есть, кстати. Так что не надо мне тут. А мне с ним тяжело будет. Между прочим. А с этим так вообще будет печаль-беда. Так, ну-ка давай. Тихо. Да, тяжеловато что-то. Урона не хватает. Щит нужен. Но это мне, конечно, очень удачно дали. Так, давай. О, денежки. Еще даже останется жизни. Давай. Юра, не балуй. Не, Юрий, я проиграть не могу. Это было бы очень обидно. Видите, он по таким этим траекториям стреляет, что... Очень опасный. О. Очень опасный ангел. Тихо. Это уже выходит из-под контроля. Пол жизни. Обычно я так долго с ангелами не сражаюсь. О, попал все-таки. На сегодня что-то прям... Сегодня что-то прям ангелы в ударе. Да? Опять попал. Да ты что, с ума сошел? Ой, ладно, хоть так. С горем пополам ключик мой. Окей. А теперь вопрос. А как я, собственно, попаду в этот... А, у меня же еще есть это. Угу. Ух ты. Ух ты. Какую штуку я нашел? Классную. Ну-ка. Что это такое? Wiggly. Ну, ерунда, конечно. Можно ради прикола оставить. А чё у меня денег-то так много? Опа, Coin Tears. Прикольно. Теперь у меня вращающиеся монеты будут... Да, я понял. Мне нужно теперь найти магазин и с этим магазином как следует поработать. Поехали. Так, 2,5 сердца. Надо что-то с уроном делать. И еще ведь с Хашем драться. Вот в чем проблемка-то. Ого. Tears down. Да ладно, нифига себе, вот это невезуха. Ну не, ну я вроде нормально луплю так, да? У меня меньше здоровья теперь. Это обидно.
А, ну да, взрывы-то меня не бьют. Забываю постоянно. Очень не повезло мне с пилюлями, конечно. Эй! Но я все еще мощный, не надо мне тут. Так, так, тихо-тихо. Но я стал послабее маленько, да. Шу-шуть послабее, видите? Я даже с этими не могу справиться, уж я не говорю о каких-то там серьезных противниках. Вот, придется так делать. Вон, еще комната. Жертвенная. Ну, туда, естественно, не пойду. Ну, ее нафиг. А вот сюда мне надо. Ну, ребят, мне нужно, чтобы сейчас везло на артефакт. Иначе просто, ну, ничего не получится. Серьезно? Серьезно? Это же ужасно. Это же самое ужасное, что могло мне попасться. Жалко. Очень жалко. Очень-очень жалко. Значит, надо идти через собор, ребята. Там артефактов будет больше. Ну, здрасте. Так, магазин. А, в магазине мы не были. Надо в магазин срочно лететь. Ой. А, ну да, ж летаю. Надо срочно лететь в магазин. 94 монеты, ну. Так, ну-ка. Только я могу тут с пауками работать. О, щиток. Иди сюда. Иди сюда. Ну, а тебе? Черная кака. Опа. Этих нужно быстренько. Так, магазин. О, еще секреточка. Это обычная, по-моему, да? Так, пауков нет. Надо от таблетки избавиться. О! А вот это давай. Это давай, парниша, богатей. Маджишин, ну хоть это. Показывает, ну, компас, ладно, пусть будет. Так, что тут? Еще больше денег. А, я знаю этого парня. Очень-очень противный парень. Он будет перепрыгивать. Ну, а, конечно. Мы его прекрасно знаем, как он перепрыгивает. Во. А то я не знаю у тебя... Твои эти замашки. Ты чё? Ты чё творишь? Есть надо меньше. Опа. Так, малышок, давай, двойные. Ой-ой, как некультурно. Ага, надо постоянно двигаться, когда ты с ним сражаешься. Да что-то вы прям это... Не жалеете меня. Совсем обалдели? Двойные, давай. И сейчас еще будет, да? А, нет, все. I can see forever. Но оно мне не надо. Вот в чем проблема. Magician. Тут еще денежки остались. С одной стороны, все неплохо. С другой стороны, этого мало. Для настоящей битвы. О! Вернулось здоровье. О, тихо, сейчас оно вернется. Так, где там? Ух ты, сколько их там? 22 минуты, я опаздываю. Я к Хашу опаздываю.
Я капец как опаздываю. Расступитесь, алло. Меня Хаш ждет. Я совсем забыл. Так, пакетики. Давай, давай, давай. Это здоровье, по-моему. Давай, 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 давай. Нет! Нет! Давай, донатим, донатим, донатим. Так, хардс. Да не надо мне особо. Давай. Маджишн. Все, полетели. Полетели. Ну, как вам сказать? Ну, я не знаю. Я не знаю. Я, наверное, Хашу не успею просто. Emperor. Emperor хорошая штука. Поможет мне быстренько найти нужную эту. Нужную комнату с боссом. А вот она как раз сейчас мне и поможет. Я быстро смогу комнату с мамой найти. Ой-ой-ой, это что-то надолго, по-моему. Как неудобно. Ведь спешить надо, что самое интересное. Я не могу спешить. Я не могу в спешке драться. Опа. Прикольно. Это что такое? Тирзап? Пойдет. Так, что тут у тебя? Опять Крампус? Он же был, нет? А ты... Что ж ты творишь? Мне же времени нет. Крампус, алло. Крампус? У меня времени нет на игры. Щит. Щит имбовый. Это я не беру. Это мне нафиг не нужно. The Sun. Emperor. Так, 25 минут. А, да не, я все, не успел. Я что-то это, ну, долго прям. Долго-долго я думал. Но я и к этому не успел. Ну, не, я не смогу нормально побороть мега-сатану с такими слабыми предметами. Но мы точно уже знаем, что с Хашем я умею нормально расправляться. То есть все нормально. Это когда уж мне слишком сильно везет, тогда можно. Я сегодня, кстати, Хаша побеждал за Маффит. Уже некуда мне торопиться, я полагаю. Старс, это прям сюда, да? Окей. Тоже пойдет. А, магазин тут есть. Да, давай. Полетели в магазин. Опа. Ничего себе. Что это было сейчас? Justice. Через собор. Почему? Потому что там дают предметы получше. То есть там, как правило, золотые сундуки. И из них, как правило, что-то вылетает хорошее. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ладно, к Хашу мы не попадаем. Но, ребята, но вы... Сейчас-то чё? Чё вы сейчас-то на меня злитесь? Алло! Вижн. Какого? Ой. Я тебя не заметил, дружище. Все было слишком идеально. Так, а какая это интересно карта? Весельник. Так я и так летаю. Нет. Паралич. Шикарно.
Forever? А, ну это надо подождать, пока эта ерунда пройдет. Это я знаю. Вот это можно взять. У-у-у. Любопытно. Вот это можно взять, может быть... О. Может быть, повезет с этим. Может быть, дьявол что-нибудь хорошее предложит. Нож какой-нибудь. Нож, если предложит, как бы, ну, все, можно, в принципе, не расстраиваться. А вот если ножа не будет, то все, тогда. То есть мне срочно нужно что-то. Вот, видите, у меня ничего нет имбового. Ничего имбового нет. Абсолютно ничего имбового. Так что пока что. Не сказал бы, что везет. Прошлое прохождение могло быть идеальным, но нет. Весельник Moon, секреточка. Это тоже не особо нужно. То есть мы и в босс раш тоже не попадаем, да? А вон там, там супер секретку я вижу. Ну пойдемте, пойдемте. Текс. В библиотеку, я думаю, нет смысла искать. Или есть? Может, даже есть. Да, с такой скоростью, конечно... С такой скоростью... Ага. Иметь высокий урон, это было бы как нельзя кстати. Но это ерунда какая-то опять попадается. Ой, сколько этих-то, да, мешочков-то нападало. А ведь у Хаша были же артефакты хорошие, ребят. А Double Active? Что это такое? Мир. Пертро. Джера. Стоп, стоп, стоп. Этого я не помню. Значит, во-первых, руна Джера. Давайте смотреть. Руна Джера. Хайброу. Клонирует... Клонирует, да? Любопытно. Любопытно. А Пертр меняет. Вижен, это нам не надо. А что такое Double Active? Вот это вот мне интересно. То есть Джера... но... Так, Pickups and Chests in the Room. Even Shop. То есть Джера может удвоить то, что лежит у дьявола, правильно? А Пертра меняет... А Пертра меняет пьедесталы. Вот как оно, да? А что еще хотел посмотреть? Double Active? Так, Double Active. Окей, Double Active. Что это такое? Такую не знаю карту. А вот, что-то карт. Вон, со знаком вопроса. Ну-ка. Replicates the effect of Isaac's activated item. А, так это, ну, оно мне не надо. Оно просто... то, что вот у меня... Джера. Я возьму Джеру, выйду сейчас отсюда. Сражусь с боссом. Зайду к дьяволу и там напокупаюсь всякого. Потому что, ну, срочно надо, срочно. Потом, если не понравится, вернусь, Пертра сделаю. Пертру. Если не понравится артефакт. На боссе. Броуни. Окей. О, щит. Заканчивается. Так, давай, малышок, двойной выстрел. Поехали. Ой-ой-ой. Урон может повыситься, может понизиться. Повысился. Любопытно.
То есть я мог сейчас два пьедестала поменять, да? Джера. Дьявол не появился. И получается, если он появится, то я смогу удвоить пикапы. А Пертер не должен менять то, что находится у дьявола, правильно? Но вот интересно, есть ли тут библиотека? Давайте посмотрим. Просто из интереса. Ой, что-то у них прям никак. Так. Давай. The Sun. Но Джера, она мне поможет только в случае, если... Опа. Дружелюбную муху, если уничтожаешь Каки. Ну ладно. Можно сделать. Мошек понабирать. Можно даже сюда зайти. Раз уж прям так мне нужны артефакты. Ой. Окей. Может, к дьяволу отправят? Нет? Не отправила, жалко. А, я даже... А, урон я получил. Так, теперь смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас... Ничего особенного. Ничего особенного. Где-то призрак. Нужно больше урона, ребята. Больше. Этого недостаточно. Кажется, на этом уровне мне ловить нечего. Но опять же, надо не забыть, мы идем в собор. Мы не идем в этот... в преисподней, потому что в соборе будут золотые сундуки, а это явно лучше. Джера, окей. Удвоим. Если будет хорошая сделка с дьяволом, мы ее удвоим. Так, любопытно, что тут у нас... Не, ну с обычными монстрами я вроде как нормально, да, сражаюсь. Пойдет. Я получаю половину урона, как я понял. У меня жизни хватает. Даже такое есть, смотрите. Оп. Денег у меня завались. Всего у меня много. Мир. Теперь я вижу мир. Таким, какой он есть. И смогу собрать... О, слушайте, такое уже было. Все секреточки. Так. Оу. Ну, это мы... Это мы по-хитрому сделаем. И вот таблеточка. Что там, интересно? О, не, это визард. Это визард, ребята. Но нам не надо. Это косоглазие. Опять золотой. Опа, можно на халяву в эту комнату зайти. Давай к дьяволу. Сундук. Нет? Ну окей. Я понял, здесь ничего полезного. Но должна быть вроде как сокровищница. А, он магазин есть. А, я же могу схитрить. Стоп, а почему меня не ужалило? Two of clubs. Бомб больше стало. Тоже нормально. Не, ну не, мне не хватит. Такого урона мне не хватит. Если я с ними не могу разобраться, то что потом будет? А, тут мелкие еще, смотрите-ка. А, я могу, могу теперь все камни уничтожить. Магазин. И что тут? Trinket Generator. Trinket. Это не брелок, это trinket. Давай возьмем, посмотрим. Так, piercing shots. Это хорошо. Так, и надо поискать эти.
таблетки. Слушайте, мне кажется, нужно уже избавляться от... Мне нужно тринкетки найти. Хорошие. А нет, хотя тринкет один только может быть. Ладно. Это брелок получается, а не тринкет, это брелок. Он может быть только один. Но можно найти вещь, которая дает право носить два. Тринкетки. Медленно, мало урона, мало, ребята. Так, сначала эти сундуки. Это что такое? Rosary Faith Up. Оу. Это давай. Так. Chance when using copy from drops. Это куда? А, это сюда. Нет, пирсинг шотс давай. Еще что? Creep from бомба. Creepy bombs. Нет. Нет. Пауки тоже нет. Не подходят пауки ваши. Это я так взорву. Ого. Ух ты. Ну-ка. А, мне же часто будут попадаться эти. Да-да-да. Lucky Rock. Это мне не надо. Джокер. Ну, Джокер мне нужен, если я сейчас не попаду к нему. Мне нужен будет он в следующем, на следующем уровне. Правда, я боюсь, что я забуду. Дэвил, да, Дэвил надо. Джера, так, ой, как все сложно. Как все, ребят, сложно. Это ж мне нужно будет не забыть то взять, это взять. А что не так-то? А, да-да-да, тут муха. Что это? I can see forever. Поехали в секретку. Классная секретка. Лучшая просто. Так, теперь поехали... Что это такое? Теперь поехали в сокровищницу. Если там опять будет какая-то ерунда, я рискую не убить Омега Флауи. Pretty fly. О, окей. Пополнять жизни. Ясно. Выпала ерунда. Ой-ой-ой, не, это я брать не буду, вы чё? Это я брать не буду. Че, серьезно, что ли? Опять? Missing poster снова? Ну, естественно, сейчас и этой комнаты тут нет. Да, я тут нет. О. Не, ребят, надо постер брать. Надо брать постер. Так, Temperance. О, как интересно получается, да? То везет, то не везет. Это картридж вообще. Хо-хо. Ну, давай посмотрим. Опа. Ты что тут забыл? Мне главное теперь найти комнату эту. И не зафейлить. Меня не должно отправить в комнату... Меня не должно отправить после Юры. Меня в ту комнату отправить не должно. Или должно? По-моему, должно. Стоп. Интересно. Айзек
Комната с шипами. Комната за жертвоприношение. Так, Гавриил... Два... Слушайте, меня может туда телепортировать. То есть, да. Мне нужно попасть к дьяволу сейчас. Шанс переродиться. Слушайте, ну ерунда какая-то получается, реально. Какая-то прям ерундистика. Так, все, получается Джера. Если я попадаю к дьяволу, мне нужно взять Джеру. И усилить там. Да, я понимаю. Айзек. Ну, я не сильно бью. Не сильно. Ну, по монстрам сильно, конечно. А так не очень. А чё меня так откинуло-то? Ага. Меня так откидывают, что я даже не понимаю, где я нахожусь. Так, ну-ка не глядеть. Глаза убрали. То урон не хватает. То не хватает этого, да? А, дьявол вышел. Окей, мы берем нож. Собор. Батарейка. Что тут? Кубик. Крэкт. Этот. Дайс. Крэкет дайс. Крэкет дайс. Что он там? Он не очень хороший, по-моему. When Isaac takes damage, there's a chance of... Да. Да. Угу. Но мне нужен миссинг постер на случай, если выпадет шанс, ну, сами понимаете, чего. Так. When you take damage, spawns a black familiar charger. А, я же назад не могу попасть, да? Familiar charger. Стоп. Получается, я оставил только что эту. Я не буду это брать. Я не могу назад попасть. Я оставил... О, господи. Я оставил эту. Ну, где души получать? Слушайте, это ерунда, печаль, беда просто какая-то. Ой. Теперь я без этих. Теперь надо, чтобы как-то, я не знаю, как-то что-то везло на сердца. И без урона получается. Зато стринкать генератором. Да, это печально получилось. Нафига он мне... Я не смог это учесть. К сожалению, мне не хватило... Не хватило памяти, я запутался. Там было так много всего... Что... Ну, ужас. Я не могу столько запомнить просто. Опа, это уже прикол от разработчиков. Давай, подеремся. У меня щит, кстати, есть. А, больше нет. Что это? Ножницы. А, уже не важно. Вот в чем прикол. Это визард. Все сундуки будут красными. Нам такое не нужно. Ой, нет, не надо. Где комната ваша? Ну-ка, покажите мне ее. А, я себя убить, наверное, не смогу. Классно. Если эту комнату не найду, раньше того, как я расправлюсь со всеми противниками, я не смогу... А если меня телепортирует, даже если я умру, то что будет? Да вы чё? Капец. Он не появляется. Появился. Ну надо было. Но у нас недавно было очень хорошее прохождение, шикарнейшее. Так что нормально пойдет.
Пойдет. Джастис. Нормальный такой джастис у нас получился. С сердечком. А потом мне уже, наверное, и не нужно будет. Если я открою на пстаблока, но шанс небольшой, конечно. Очень маленький. Комнат, наверное, и не будет. Это мне нужно будет об этих поубиваться. Об... Ну, комнат сколько было-то уже? Штуки три, и ни разу мне она, ну... Не была нужна. А теперь они нужны, а их нет. Ну, вот как это называется? Урон выше. Это нормально. Это неплохо. А, и кстати, когда я первый раз-то сегодня записывал прохождение Маффит, мне выпало лазерные кольца. То есть, ну, была жесть имба была. И я, прикиньте, проиграл. Я Азриэля даже не смог убить. То есть вы должны были уже это смотреть. Опа! Крикетс Хэт. Так. Любопытно. Ну, если я это зафейлю, я не знаю тогда. Так, постер. Ух ты, сколько тут. Глазик. Вот это хорошая штука. Ну, блин. Мне нужен постер. Не постер нужен. Мне нужен постер. А потом я уже возьму вот этот артефакт. Нет, наверное, нет этой комнаты. Наверное, ее просто нет. Ближе к тебе. Но она же не, вроде не отображается, да? С одной стороны, ускорялку нельзя выбрасывать. С другой стороны, нельзя выбрасывать постер. И вот я не знаю, что в этом случае мне делать. А, тут красные каки есть. То есть они помогут... Если комната все-таки будет, я смогу сделать задуманное. О, какие штуки выпадают. А это что такое за вихрень какая-то? Что это? Да, не выпало. Не выпало, кажется. Но будет обидно. Будет обидно, реально. Пертро. Ченч. Ченч. Вернуться я смогу, да? А, там мало процентов того, что будет дьявол. Если ваш попадет до половины сердца, вы все враги на урон. Это Missing Page 2. Ух ты да, ух ты да, ух ты да. Что же делать? Что же делать? Что же делать? Что же мне делать? Опять выпал постер, и опять я не могу ничего сделать. Та штука ускоряет мою атаку очень сильно. Нет, видимо, не выпадет. Да, не выпадет. А открыть на пстоблока это, сами понимаете, больше здоровья. Как же так? Нет, прикиньте, нет, все, нет ее. Ее нет. Ее просто нет. Ого.
Так, это плохо, это хорошо. Это Can't See Forever. Ну, значит, мне ничего не остается, как, к сожалению, ускорялку не брать, а брать с собой этот постер с собой взять. Все, больше никак. Джера Пертро. Джера возьмем. Выхода нет. А, его по этому, по хвостику бить надо. Так. Ой-ой-ой. Главное, чтобы он хвост высунул. Да? Вот. Не, так не годится. Я вот так буду целую вечность убивать. Я реально его так буду убивать целую вечность. А, вот хвостик. Вот, уже получше. Да ладно. Все. Не появился дьявол. Это что у нас? Это у нас что-то, что повышает урон вроде как? А, терзап, да? Тоже подойдет. А это что такое? Иногда скрывает врага и иногда скрывает и запутывает врагов. Так, комнаты-то нет. Окей. Ух ты, что ж такое? Что ж такое-то? 11 урона. 75. 75% это что? Буш. Ух ты, они быстро они летят, да? Ну, посмотрим, удастся мне это сделать или нет. Сложные ситуации. Вот в прошлый раз как-то все было легко. Тут очень сложно. Очень сложно это все думать и гадать. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Это что такое? Это что-то со скоростью связано. Какая ерунда, это что такое? Какой-то ключик заржавевший. О, нет, плохая штуковина. Не, ну если такие вещи будут дальше попадаться, то моя скорость атаки не будет слабенькой. Комнат все меньше и меньше, и я понимаю то, что нужное мне может не попасться. Но шанс все-таки есть. Правда, об кого убиваться, я не знаю. Сначала, по-моему, сердце снимается, а потом уже эффект идет. Если я не ошибаюсь. Сила. Сила — это здорово. Слушайте, тут много комнат. Шансы растут. Так, это явно не то. Но Набстаблук будет со щитом. То есть он будет с одним хп, как я понял. Но со щитом. Подковка. Не нужна она нам. Да. А, они взрываются, оказывается, эти глазики. Эх. Ну давай. Бей. Бей. Сила. Что я, Джеру хотел взять, да? Сила мне потребуется больше, чем Джера, скорее всего.
что я долго, да? Я уже тут давно должен был быть. Миллион лет назад. Агалас, Destruction. Ну, шанс... О, ничего себе такой. О, злой. Глазик, это что у нас? Отравленные слезки. Дьявол? Нет. Размечтался. Тут секретка. Окей. А, у меня еще, кстати, были, по-моему, слезы со щитами. Слезы-щит. Это было очень круто. То есть сейчас вы бы могли наблюдать очень крутое прохождение. Но игра решила по-другому. Так. Чё тут? Ключики. Монетки. Монет у меня миллион. Миллион монет. Тут ничего уже не будет, я так понял. Да? Как же мне постер-то завязать? Вы чё? Как мне завязать постер? Возьму силу на всякий случай. О, книга. Blind to Damage. Постер я не буду выпускать до самого конца. Challenge up. Метатон. Окей. Посмотрим, как я по нему бить буду. Да будто бы нормально. К тому же через этого малыша двойного, да? Не, ну в принципе нормально. И выпадает дьявол. И у меня нет этой, да, Джеры с собой. О, Бримстоунич. When you get hit, spawns Black Ring. О, ничего себе. Brimstoneage. Call the Void. Так, это все меняет. Но я ж хотел в собор, по-моему. Что это, Сан? Собор, да? И миссинг постер. Окей, поехали. Так, ну если здесь этой комнаты не будет, то я не знаю. Да. Ну, это по ним больно бью. Шанс победить есть. Несомненно. Так, даймонсы. Нормально, нормально. А, я так... А, есть, есть, она есть. Эта комната есть. Она существует. Правда, урон, что-то... Деньги, зачем они мне тут нужны? Окей, сейчас попробуем. Так, кольцо. Я даже не могу убиться. То есть, вот в чем прикол. Так. А, у меня щит. Половину сердца, да? Окей, давай. А чё она умерла-то? Ребята, вы меня так не пугайте. Этот полет мне только хуже делает. А чё я не могу... Ну что ж, поехали. Так,
Комната жертвоприношений. За одну комнату, даже если игрок летит, он при здоровье на этих шипах. В центре комнаты находится шипы, при прикосновении тратится целое сердце. А если так получится, что я только одно сердце потеряю? О, половину. Есть. Набстаблук. Так. То есть умирать теперь я не могу вообще. Угу. Есть, есть, есть. Мы открыли набстаблука. То есть мы не можем проиграть эту игру, я так понял. Вообще никак. Вообще никак мы ее не проиграем. Ну, то есть, мы можем сдаться, но проиграть мы не можем. Вот в чем прикол. Ну ладно. Не так уж все, наверное, и плохо, как я думал. Но урона может не хватить. А, мне же нельзя будет вообще ни разу коснуться этого дьявола. А как же я буду с ним сражаться? Тихо. И щит еще, ведь не забывайте, что будет щит. Longer status effects. Это хорошая штука. Это продлевает... Ух ты. Что происходит вообще? Почему они умерли? Health up. Это не работает на нем. У него нет здоровья. Джокер. Любопытно. Любопытно. Обычные слезы. Это он брать не может. Увы. Император. Опять Джокер. Серьезно? Так. Отдача. 404. Лечит, если используешь. Так. Манки... лапа обезьяны. Манки... лапка. Манки Поу. If Isaac has half a heart after taking damage, he drops a black heart. Бесполезно. Бесполезно. Так, а мне, получается, ничего из этого вообще не имеет смысла иметь, да? Бомбы, ключи... Так, я хотел к дьяволу сходить, да? Давай. О, вот, к урону, да. А, он же может... Да, он бесплатно же получает все предметы, да? Окей, окей. Хорошо. То есть не получить ни одного удара, я так понял, да? Где у нас сила-то была? Хм, а что? Пойдет. Умер, типа. А, то есть... А, то есть он умирает по-любому, да? То есть я как бы пожертвовал этим прохождением, чтобы... Угу. То есть играть за Набстаблука это очень-очень сложно. Я думал, что он просто без конца умирает. Но нет, смотрите-ка. Ну что ж, друзья, ну, мне пришлось пожертвовать своим прохождением ради открытия Набстаблука. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, увидимся в следующих видео. Всем пока!